Всем привет! YouTube попросил меня снять это видео, как бы это странно ни звучало. Очень странно звучит. Я не сумасшедший. Короче, есть несколько хороших новостей, включая то, что будут стримы. И вопросы вы уже можете задать прямо сейчас во вкладке сообщества на этом канале. Я отвечу на большинство из них, покажу, как делать озвучки. То, что вы сможете увидеть эксклюзивные озвучки, которых, возможно, никто потом не увидит. Вы сможете с нами их обсудить или прислать какие-то ролики, которые вы хотели бы посмотреть в нашей озвучке, потому что для вас будет открыт чат. Вы сможете предложить свои варианты, что можно озвучить, и даже будете иметь эксклюзивные смайлы. Скорее всего, вы уже понимаете, чем я клоню. Под прошлым видео, где я просил вас о помощи на Patreon, чтобы собрать на озвучке «Змея вас проиграл» и Энтони, вы говорили, что есть еще спонсорство на YouTube. И YouTube сказал, что я должен вам рассказать о нем перед тем, как мне его подключат. Тогда он его прямо и подключит. Поэтому ссылка должна быть вот прямо уже под этим видео. Естественно, наши подписчики на Patreon все это получат и даже больше. И за «Змея вас проиграл», и Энтони, и новые озвучки, которые не выйдут, и выйдут к стримам, к чатам. Там будет все доступно. Так что, если хотите, можете оформить Patreon. Став спонсором, вы сможете участвовать в дискуссиях в чате, где вы будете получать совершенно эксклюзивные озвучки, которые нам интересно кому-нибудь показать, собрать мнение. Ну, знаете, такой фокус-группы, вы сможете ей стать. А также вы получите доступ к стримам, потому что я еще очень сильно стесняюсь, и это поможет также поддержать канал. Подписка стоит примерно как чашка кофе, как говорится. Но мы сможем пообщаться, и вы сможете задать любые интересующие вас вопросы. Естественно, вопросы могут задавать все. Обязательно их оставляйте. Пост в сообществе YouTube. И, естественно, вы получите всякие эксклюзивные плюшки, которые будут отражаться прямо у нас на канале, когда вы пишете комментарии. Что, по-моему, тоже очень клево. И это просто огромное совпадение, потому что у нас были другие дизайны нашего логотипа, которые теперь отправились на смайлы. Став спонсором, вы становитесь одной из важнейших фигур для нашего канала. Вы становитесь частью нашей команды. Вы приносите огромный вклад, и это прям очень серьезно. У нас нет монетизации, и вы будете поддерживать наше дело. Вы принесете огромный вклад как для зрителей канала, десятков, сотен тысяч человек, надеюсь, миллиона, так и для нескольких нас, переводчиков, озвучников. Потому что благодаря вам мы сможем продолжать вести канал. Мы будем фактически вместе заниматься этим. Так что жду вас на стримах, буду показывать, как делаются озвучки, буду показывать, как делаются ошибки, как меняются голоса и все вот это вот. Уверен, будет очень интересно. Так что сможете получить эксклюзивные озвучки, озвучки до выхода, смайлы, стикеры, стримы и все вот по кнопке спонсорства прямо под этим видео. И я готов идти все это делать. И можете еще вопросы задавать по вкладке сообщества. Вот. Оно все там внизу. И я готов идти озвучивать и вести стримы. И отсылать все это вам. Да. Вот только кликните на спонсорство. И я уже прям иду. Ага.